כשהלב בוכה רק אלוקים שומע הכאב עולה מתוך הנשמה אדם נופל לפני שהוא שוקע בתפילה קטנה חותכת הדממה שמע ישראל אלוקי אתה כל יכול נתת לי את חיי נתת לי הכל בעיניי דימה הלב בוכה בשקט וכשהלב שותק הנשמה זועקת שמע ישראל עכשיו אני לבד חזק אותי אלוקי עשה שלא אבחר הכאב גדול ואין לאן לברוח עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח כשהלב בוחר הזמן עומד מלכת האדם רואה את כל חייו פתאום אל הלא נודע הוא לא רוצה ללכת לאלוקה קורא על סף תהום שמע ישראל שמה זועקת שמע ישראל אלוקי עכשיו אני לבד חזק אותי אלוקי עשה שלא אבחר הכאב גדול ואין לאן לברוח עשה שיגמר כי לא נותר בי
Игорь, проверь дом. Мне Саша сказал, ты знаешь этого мужика. Он был молочником тут, в поселке. Я ему однажды ботинки продал. Его нет внутри. Где Мойша? Гал получил приказ сдать своих новобранцев за этот месяц. Твой сын Мойша был избран. Его должны забрать. Мойш только 10. Он что, слишком мал? Мы всех забираем. Где он? Дайте мне поговорить с Гагалом. Они меня знают. Они со мной бы так не поступили. Гал нас послал. Я могу воевать. Я пойду вместо него. А? Мне никто не заплатит за еще одного старого еврея. В какую сторону он побежал? Я не знаю. Застрелю, если не скажешь. Так пугнули вы его, наверное, когда явились. Снимай его тут. Говори, где он прячется. Молочника сын? Что случилось? Опери. Валите скорее. Где? Ой, что же я делаю? Что же я делаю? Что же я? Thank you.
казак с ними. Что ж ты мне не сказал-то, малой? Сиди тихо, не двигайся. Открывай. Обыскать дом. Здесь нет. Наверху ничего нет. Пустая шкатулка. Это не дело рук атаманов. Мы слишком далеко на севере. Кажется, кто-то ее убил и ограбил дом. Пошли. Подожди. Что еще? Слышал? Нет, что? Оставили захлебываться собственной кровью. Разойдись! Пошел. Не. Это не тебе решать. Давай вперед. Не. Не пойду с тобой. Я тебе в ногу выстрелю, если не сдвинешься. Руку с ружья убери! Не надо. Тихо.
Пошли. Давай. Не забирай меня. Можно с тобой? Пожалуйста, отпусти меня. Слушай, я их сейчас позову. Они тут, рядом. Они узнают, что я тебя отпустил. Они меня убьют. Нельзя тебе домой. Иди в горы. Иди, пока не дойдешь до рельса. Иди прямо. Садись на первый же поезд и никогда не возвращайся. Если увижу в окрике, сам тебя убью. А как же другие солдаты? Скажу, что не нашел тебя. Беги! Беги! Во что стрелял?